Привет всем, с вами Юрий Тетерин, очередной выпуск «Болен рыбалкой». Сегодня у нас тренировочный день. Приехали на Шулепово, Максим Тетерин, Андрей Удачин, кстати, тоже блогер, снимает рыбалку. В дальнейшем я ссылку под видео оставлю на его канал. Так, дальше Миша Казаков, Женя Бутеров. Такой компании, 3 человека с Устюга, 2 с Лузы. Все потенциальные участники соревнований через неделю, которые будут здесь. Так что посмотрим. Просто нам интересно узнать, как тут с рыбой ситуация. Я здесь был только по перелетку. И что здесь сейчас происходит, как бы не особо знаем. Так что будем искать, смотреть, ловить. Ну, в дальнейшем будем снимать. Все увидите, что будет происходить. Так что вперед бурить лунки. Ребята уже вовсю бурят, ищут что-то. Так, на озере много наледи, но это никого не интересует. Так, главное, сейчас расскажу по прикормкам. Сейчас буду делать дорогу от края озера к середине, предполагаемой одной из зон озера будем делить напополам на соревнования. Сегодня будем кормить фишбейт, плотва, спорт. Дома заувлажнена, уже была заранее плюсом. Поэтому я буду кормить еще кормой мотыль. Не знаю, грамм 200 она тут есть. Так, для тренировки хватит. Попробуем просто. Будем кормить через лунку. Посмотрим, на чем будет собираться рыба. Вообще, тут приоритете плотва и окунь. Так что, что будет лучше отзываться. На что вообще настраиваться. Надо вот это понять главное. Ну и ну, по мормышкам там, в принципе, ничего такого нет, уже приблизительно знаю, какими мормышками буду пользоваться, потому что озеро для меня известное, хотя и далеко давно на нем не бывал. Сейчас закормим лунки, посмотрим, как тут рыба себя ведет. Собирается на прикормку вообще, не собирается. Есть она вообще здесь, нету. Вода не воняет, значит озеро не такое, не душится. Рыба должна быть. Дело серии лунок. От края озера, вот от берега, да, вот где бур стоит в центру. 8 лунок, закормил сыпучкой, мотылем. Сейчас будем смотреть, собралась ли рыба, вообще какая рыба собралась, есть ли она вообще здесь. Будем проверять. На втором проходе начала рыба расклевываться, пока это все плотва. На первом проходе я поймал только одну сорожку, вот утычку. И поймал я на середине озера, даже уже ближе к тому берегу. На втором проходе начала пропадаться, причем на сыпучке плотва лучше собралась, вот, допустим, пока, тоже говорю, чем на мотыле, на кормовом. Окунька пока не видел. Только так вот. Тоже плотва, не сказать, что активная, но вымучивать можно с лунки. Несколько штучек. А неплохая плотвичка, в принципе. На соревнованиях такая клевать бот, ну, вполне нормально. Клевала бы еще поинтенсивнее, потому что клев так себе, не сказать, что активный. Ну, не знаю, просто утро, может быть, она соберется, в дальнейшем будет клевать хорошо. Но нам же надо было на соревнованиях ловить ее за короткое время, в большом количестве желательно.
где-то под самым дном. Сейчас я нахожусь на середине озера. Здесь на кормовом мотыле лунка закормлена. Рыба есть, попадается, но неактивная. Неактивная и мелковатая. То есть трофеев вряд ли тут можно сыскать. По перволетку еще клевали окуни более-менее. Сейчас вот только одна плотва в основном. Все, Мишаня, рассказывай. Рассказывай, как клев. Окунь есть? Одного там, по-моему. Это тоже пару штук, тоже мелкие. Попробуй в той стороне. Что-то Андрюха далеко ушел, мне кажется, там вообще нихер делать. Там раньше флажки ставили в той стороне. Флажки раньше там ставили, где он сверлится. Синька? Одна поклевка на блесну была, я уже все. Лунок уж, наверное, штук 50 пробурил. Один окунек был, и то в лунке сошел матросик небольшой. А что у тебя сама по себе камера, если без пауэрбанка? Я убрал аккумулятор, можно сказать. А так лучше, что я включу, у меня флешка на 64. Этот вообще можно не заряжать, на неделю снимать хватает. 9 часов без перерыва на съемки. Да, конечно, у меня флешка маловато стоит, мне на 2 часа хватает, 16 гигов. У меня вот была, я, мне это надоело, 64, купил 9 часов 25 минут. Такой. И переделал, потому что у меня эти штекера все развихались. Что, заряжать-то. А-а-а. Я обычно его, ну, зарядку и карман, у меня все развихалось. Нет, тоже я так же, вон, их хожу как робот, у меня вон провода торчат. Взял, зарядил. А я делал так, так у меня оно все это уехалось, в общем, на голове постоянно вертишься спиннингом-то. Ну. И оно все разъехалось. Да, гнезда-то быстро ушатываются. Пошла в другой пакет. В твоем не могла скоммунизить, ничего, пошла к Женьке. Что, друзья, сегодня была совместная тренировка, так сказать, нас из Лузы и ребят с Великого Устюга. Всем вроде бы понравилось. Рыба есть. По всему водоему только то, что активность проявляет по-разному. Надо искать, на прикормку собираются. Кстати, на сыпучку плотва, допустим, быстрее собираются, чем на мотыля. Но зато на мотыля собираются и окунь в итоге. Интересно, мне кажется, вот. Сегодня у нас такая была дружеская встреча. Ну а через неделю мы тут будем жестко воевать. Как Андрюха со штанами со своими, так приблизительно. Что ж, всем пока, до скорых встреч. Увидимся на водоемах. Нормально. Интересно. Да. Как ее вот так вот?
Так, кто нашел, тот и плюс выиграет.